Биофилия – это любовь ко всему живому. Ее главный теоретик – профессор Йельского университета Стивен Келлерт, но не только он. Биофилия говорит, что у людей есть генетически заложенная склонность к общению с природой. Это не столь базовый инстинкт, как потребность в пище, но если его развить, люди будут сами хотеть заботиться об окружающей среде, что поможет не только защитить природу, но и решить часть социальных проблем, например, снизит преступность. Келлерт пишет, цитата, «Наше исследование ясно открыло связь между жестокостью по отношению к животным в детстве и агрессивным и антиобщественным поведением среди насильственных преступников в зрелом возрасте». Эти результаты демонстрируют, что плохие отношения с живыми существами могут породить извращенную отчужденность и недовольство. Напротив, культивирование более доброго отношения к животным могло бы поддерживать более мягкое отношение к другим людям и обществу.